Новая реальность. Здравствуйте, детишки. Хо-хо-хо. Муха, тебя чё, плющит? До Нового года ещё целый месяц остался. Да нет, просто я совсем слился со своим компиком и потерял ощущение пространства и времени. Ну еще бы, ведь в торговом доме Тайме появились новые киллерские игры. Так вот, первая игрушка под названием «Страйкер 1945». Какой-какой «Страйкер»? 45-й. Такое ощущение, что она полностью перенесена с мощной суперплатформы Dendy на малопроизводительную плоскую, как камбала, приставку Sony PlayStation. В игре богатый выбор оружия, всякие там нереальные, а то и сказочные молнии, по-видимому, позаимствованы у Зевса. Самонаводящие ракеты, в общем, куча всего, о чем мечтали в те годы. Огромная гопа моделей самолетов, начиная от фанерных кукурузников и заканчивая ультрасовременными истребителями типа стелс. В главном меню вам предоставляется выбор различных стилей игры. Здесь их 4. 2 оригинальные, 1 аркадная и файтинг. Странное, что я заметил в этой игрушке, это начало игры, в котором все по-японски, включая заставку, и ее конец, где уже начинают болтать по-английски. Целью игры является уничтожение вражеских самолетов и крейсеров, а также непонятных трансформеров гигаразмеров. Вот такая вот игрушка. Муха, игра у тебя какая-то стрёмная. Что-то Sony последнее время тормозит. Не то, что у меня на Панасонике. Да? Ну что же за игра такая? Incredible Martian называется. Какой-какой Martian? Incredible. Эта игра представляет из себя увлекательную головоломку, которая предстоит изрядно помучить для того, чтобы что-то получилось. А получиться может очень многое. Главное в игре это создать конструкцию из деталей совершенно разной формы и принадлежности. Но не просто создать, а главное, чтобы она еще и работала после этого. В вашем распоряжении огромное количество предметов, таких как баскетбольные, бейсбольные мячи, свечки, резинки и многое-многое другое. Все это нужно так смешать друг с другом, чтобы получился некий механизм. В игре можно играть двумя способами. Либо ты просто доделываешь уже готовые конструкции, которые со временем усложняются, либо начинаешь сам строить свой механизм, исходя из своих умственных способностей. В общем, для любителей подумать, игрушка придет по вкусу. Да, Джин, твоя игра потрясла до глубины души. А что же ты еще хотел? Ведь на Панасонике всегда были крутые игры. А как тебе игрушка под названием Final Fantasy Tactics? От фирмы Squaresoft. Хорошая стратегия с трехмерным графоном. Прикольнейший саунд, угарная музыка, отличная заставка, повествующая о истории получения меча в глубокой древности. В игре можно ввести не только имя, но и свою дату рождения, что значительно поможет вам в прохождении игры. Также здесь тусуются команды рыцарей, волшебников и даже ниндзей. Вам предстоит сразиться с каждым из них. Так что набирайтесь опытом и вперед. Игра начинается с разговора крутых тёлок в бикини со скромным священником. Потом подтягиваются 3 убийцы с криками «Пора ехать!». Но не тут-то было, весь их кайф обломал вползающий чувак с загруженным фейсом и начал втирать, что на него наезжают. Выйдя из замка, вам сразу же придется биться. Сама игра – обычная пошаговая стрелялка, ходилка, давалка-убивалка. В старом стиле на новый лад, по типу Херойса. В боях противники атакуют друг друга по очереди и используют всякие хакерские оружия, вызывающие огонь, пламя и лед. Эта игра и будет нашим сегодняшним призом, выиграть который вы можете, ответив на несложный вопрос. Как называется первый самолет, который вы получаете после прохождения игры «Оригинал 1» в игрушке «Страйк 1945»? Закидывайте свои ответы к нам на пейджер. Мы будем с нетерпением ждать. Ну а мы заканчиваем нашу рубрику. Заканчиваем. Заканчиваем. Ой, уже закончили. Пока. Пока. Новая реальность.